Krishnat Kirtana Gana Nartana Kala Patho Jani Bhajita Sadbhakta Balihangsa Chakra Madhupo Seni Biharaspadam Karnanandi Kalodhanir Bahatume Jivhamaru Prangani Sri Chaitanya Dayanidhe Tavalasad Lila Sudha Sardhani Krishnat Kirtana Gana Nartana Kala Patho Jani Bhajita Sadbhakta Balihangsa Chakra Madhupo Seni Biharaspadam Karnanandi Kalodhanir Bahatume Jivhamaru Prangani Sri Chaitanya Dayanidhe Tavalasad Lila Sudha Sardhani. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru told that it is the standing instruction of Sriman Mahaprabhu to broadcast his teachings. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru speaking that it is a standing instruction. Гаудия Госhtипати Шри Срила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что проповедовать послание Махапрабху без изменений — это наша обязанность. И вот, чтобы проповедовать и распространять учение Шримана Махапрабху, это наша обязанность, но с ачароном, то есть мы должны и следовать его учению, а не просто говорить о нем. Если мы не делаем этого, то могут возникнуть проблемы как для нас, так и для других людей. И поэтому говорится, что вначале должно быть правильное поведение, идеальный характер. Gauranga Mahaprabhu speaking for preaching, but acharam should be fast. Now actually I started with the slogan. И вот Махарадж начал с той шлоки, что чтобы прославить все Шримана Махапрабху, всех его спутников и все остальное, что связано с ними. И мы хотим обрести пыль всех лотосных стоп, поскольку из-за нашего тщеславия, беспокойства мы не можем достичь успеха в баджане. Может, у нас есть власть, богатство, какое-то образование, все может быть у нас, но все же это не факт, что благодаря этому мы станем успешными на пути нашего баджана, поскольку ачарон, наш характер, это гораздо более важное. Например, если у нас есть власть, деньги, какое-то образование, но на пути Харибаджана это не даст нам никакой особой помощи. Кто нам даст осознание всего? Поскольку без осознания наш баджан, он буквально ноль. Кто-то мог начать баджан 30 лет назад, и когда человек умирает, он обнаруживает, что ничего не достиг. А почему так происходит? Мы хотим собрать сокровища баджана от гуру и вайшнавов благодаря нашему смирению. Я говорю о Шри-Шри Рай Рамананда Савати сейчас, но мне неудобно говорить об этой великой теме. Настолько это высокая, возвышенная тема. Я чувствую себя недостойным, но все же, по милости Гуру Вайшнава, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура, под их руководством, я пытаюсь, как Шрила Рупа Госвами Пад, перед тем, как написать Бхакти Расамрита Синдху, он говорит: я недостоин, я бесполезен, Но я пытаюсь по милости того Верховного Господа, Шри Чайтанья Махапрабху, кто всегда готов пролить милость на меня, как подобно дождю. И эта милость приходит через его преданных. Гауранга Махапрабху, он всегда хочет пролить на меня ливень своей милости. Но я настолько неудачлив, и настолько оскорбителен, что может и вот кто-то может говорить, что в этой жизни они оскорблений не совершали, но шастры говорят, что в прошлой жизни там могло бы быть, и эти оскорбления, они влияют на эту жизнь, нужно страдать следующей за них. Как я привел пример по Дакша Праджапати. Дакша — это санскритское слово, на бенгале тоже похоже есть. И вот это слово «дакша» значит «способный». И вопрос возникает, способный и кто такой дакша. И такая способность к этому, то есть он способен к каким-то материальным вещам. Он квалифицирован в материальных вещах, в подсчете прибыли и убытков, но он не понимает, что такое духовное, кто такие гуру Вайшнава. И он слеп в этом плане, и мы можем сказать, что у него вроде два глаза есть, но он слеп, он духовно слеп. Если у меня есть вот два глаза, например, и эти глаза, с их помощью может видеть какие-то материальные вещи. Трансцендентное материальными глазами нельзя увидеть. Вот как говорится в этой шлоке. И вот в Чайтанья Чайтамрите говорится, что трансцендентные вещи нельзя понять какими-то материальными органами чувств, их нельзя увидеть силой. Можно использовать материальный ум, разум, все остальное, но нельзя с помощью этого понять что-то трансцендентное, поскольку само трансцендентное, оно самопроявленное. И как, например, если ночью мы захотим увидеть солнце, то можем собрать все источники света, но это не поможет, а только тогда, когда солнце само взойдет на востоке утром, то тогда с помощью света солнца мы можем увидеть все, как солнце, так и все окружающее в этом материальном мире. И вот Гуру Вайшнава Бхагаван, мы не можем видеть их. Много раз я говорил под руководством Шрилы Прабхупады, это слова Шрилы Прабхупады. Гуру Вайшнава Бхагаван, Верховный Господь, они оставляют за собой право не быть открытым вашим органам чувств. Верховный Господь оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств, и также Гуру Вайшнава не оставляют за собой право не быть открытыми вашим органам чувств, и вы должны принять прибежище у чистого саду, у кого есть самосознание. Кто-то может наслаждаться какой-то материальной популярностью, как какие-то звезды, имеется в виду эти популярные люди какие-то, они очень знамениты, но эта популярность и милость Гуру Вайшнавов и Бхагавана — это совершенно разные вещи. Кто-то может, если кто-то очень популярен, то это не факт, что этот человек самосознавший себя душа. Скорее всего, наоборот. И вот осознание — это такая вещь, что если вы начнете революции, то нельзя это обрести, только если у вас есть смирение, которое показал Махапрабху. Не только показанное Махапрабху, но также он в своей жизни, то, что он показал Махапрабху, он олицетворение Тринадапи Бхавы. И без этой Тринадапи Бхавы у нас не может быть никакого доступа для того, чтобы увидеть славу Верховного Господа Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И поэтому Махапрабху сказал такую шлоку. У вас может есть способность воспевать славу Гуру Вайшнавов и Бхагавана, только если вы Тринадапи. Если я кратко объясню эту шлоку, то вы будете удивлены, каково значение этой шлоки. И вот первое Тринадапи значит, если вы будете очень смиренно думать о себе. И вот если вы посмотрите на этот бесконечный мир, то увидите, кто вы по сравнению с этим. Сначала почувствуйте это. Если вы почувствуете, то тогда все ваше ложное эго может уйти. At least we have some advertisement of Tilakmala, everything, so that people can say I'm Vaishnava. И вот Тринадапи Сунич Бхава — это не шутки Махапрабху. Не только пишет эту шлоку, но также он на примере всей своей жизни показывает, что такое Тринадапи, что говорить о нас с вами. И вот если посмотреть даже на настоящих ученых, таких как Эйнштейн, например, и на каких-то ложных вайшнавов, то нам должно быть стыдно, что вот у них есть чувство смирения, а у таких вайшнавов, которые не совсем настоящие, нет. Nothing. Here is all, you know, 7 oceans, hills and everything, all vast. But from other planet, if you watch, it is nothing. In this planet, you will have to discover your existence. То есть мы по сравнению со всей Вселенной очень малы, и даже наша Солнечная система по сравнению со всей Вселенной, она очень мала. Дакша Праджапати, он способен ко многим материальным вещам, но он совершил оскорбление в адрес лотосных стопов Шанкара Бхагавана. Но после этого он вынужден был родиться в Чакшуш Манбанвантаре, как Прачетас Дакша. И этот Дакша сейчас родился в форме Прачетас Дакши, просто поменял имя. А по сути он был тем же самым, поскольку когда он хотел просить прощения у лотосных стоп Шанкара Бхагавана, он совершил это оскорбление. Но все же его сердце не было достаточно чисто, все равно какой-то след лицемерия оставался там. Если я всем сердцем молюсь перед Шрилой Прабхупадой, И вот перед Самадхи Шрила Прабхупады, если я молюсь всем сердцем, я сижу на Вьясасане, и тогда Шрила Прабхупада, он сразу же ответит мне, это 100% так я видел. И вот главная проблема — это лицемерие и двуличие. Дакша Праджапати, он вроде бы прощения просил, но этого недостаточно было, поскольку в нем оставался какой-то оттенок лицемерия. Он вынужден был попросить прощения, ситуация так сложилась, и поэтому он вынужден был просить прощения, но все равно потом он родился в форме Прачетас Дакши. И он также в этом рождении совершил оскорбление в адрес лотосных стоп Нарады. И оскорбление — это очень такое плохое. И если есть такое оскорбление, то самоосознание мы никогда не достигнем. И таким образом, вначале всего, перед тем, как начать Рай Рамана Дас Самвад и обсуждать эту глубокую философию, Тринадапи значит чувствовать, что я ничто. Таро Ивасахиштуна значит, мы должны увеличить наше смирение, мы должны быть более смирены, более терпеливы. И также, если я... И вот ключ к пониманию всего, что Верховный Господь, Он пребывает везде. И когда мы будем видеть весь мир в связи с Верховным Господом, то тогда мы уже не будем обижаться на что-то, и тогда подлинное смирение возникнет в нашем сердце. И тогда такой человек, он сможет стать по-настоящему терпелив, как дерево, и смирен, как травинка. И даже Уддав Махарадж настолько умен. Те, кто совершает подлинные харибаджан, они очень и очень умные. Каждый думает, что он разумен, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что каждый думает, что он умен и разумен, но согласно его собственному представлению. То есть вороны можно видеть, они тоже очень хитрые, стервятники тоже хитрые, но гуру вайшнавы, они абсолютно другие. Они знают, как использовать каждую часть, секунду в харибаджане. И эта техника, ее нет ни в Японии, ни в Китае. Эта техника есть только во Вриндаван-даме, в Гора-даме. И особо в Нилачал-даме, это наивысшее место Гаудия Баджана. Почему? Я буду говорить в дальнейшем об этом, почему Нилачал Кшетра, она наивысшая. И вот пытайтесь понять. Даже Уддав, он выражает почтение Дурьодхане. Кто очень недостойный человек, но все же Уддав Махарадж выражает ему почтение. А с каким настроением? Уддав Махарадж, он хочет совершать Кришну с его наилучшим образом, и поэтому он и таким даже дурным людям выражает почтение. И вот Уддав Махарадж, он на самом деле не выражает почтение Дурьодхане, а Уддав, он выражает почтение лотосным стопам того Верховного Господа, который в форме Параматмы пребывает в сердце всех и каждого. И опять этот вопрос возникает. И вот один преданный из Италии спросил, yesterday I told, not in detail, with so many topics. So in the way I like to discuss this point, и вот Параматма пребывает в сердце всех. Я говорил об этом, и когда вечные спутники, они исходят из Баладева, они служат Кришне с незапамятных времен, и у них нет знания о том, что такое тьма и невежество, поскольку за всю свою жизнь они и за все свое существование они не сталкивались с невежеством и майей. Но когда дживатма, она совершает баджан и достигает совершенства сидх, если садан ситха идет туда, достигает совершенства в Вайкунтхе и обретает вечное служение, это обширная тема также. Я пример могу привести, который более важен, чем тысячи лекций. И каков же это пример? Я могу привести пример Гопа Кумара. И вот Гопа Кумар, он совершал баджан, постепенно совершал баджан. И после... И вот он достиг Вайкунтхи, возвысился до Вайкунтхи. Достичь Вайкунтхи — это не шутки, это трансцендентный мир. И даже тогда Гопа Кумар не был доволен. Его сердце желало чего-то еще, чего-то уникального. И что же это? И это према. И без всякого сомнения. И вот он жал именно према, и во всех этих мирах, бесчисленных мирах, есть према. Но эта према не чиста. Везде можно какую-то любовь наблюдать, но она вся осквернена. И вот во всех... Если вы попытаетесь показать и прему, но это, как правило, не то слово према в материальном мире, даже неприменимо, все как-то чем-то осквернено. И вот у кого-то есть любовь к Гуру Махараджи, но какая-то примесь лицемерия, двуличия тоже может быть там. Maybe someone also there, then Guru Padma can embrace me. Without that, Guru Padma cannot embrace me. So this way actually, и вот таким образом Гопа Кумар, когда он отправился на Вайкунтху, все же там Гопа Кумар, он чувствовал себя как-то неудобно, поскольку Гопа Кумар, он в Раджавасе. В Раджавасе, значит, он из Вараджадхамы. В Раджавасе в глубоком смысле, значит, я тоже могу сказать, что вот Гопа Кумар, он изначально родился во Врадже, и у него была любовь к коровам, к саду, вайшнавам, это естественно, врожденное. И вот Гопа Кумар не чувствовал там удовлетворения, и согласно его баджану, поскольку он уже обрел Кама Гайтри, и эта Кама Гайтри, она очень важна, она может исполнить желание Гопа Кумара на 100%. И вот Гопа Кумар повторял всем сердцем эту Кама Гайтри, плакал, и ему была дана возможность возвыситься все выше и выше, и вот он так в итоге достиг Галок Дамы Вриндавана. И когда Гопа Кумар вошел во Вриндаван Дам, это был вечер уже. Практически вечер. Кришна возвращался с этих с пастбища с коровами. И в то время Гопа Кумар вошел на Галоку, и Кришна возвращался с коровами с пастбища, и Кришна побежал, чтобы обнять Гопа Кумара. И Гопа Кумар тоже, когда увидел Кришну, побежал к нему, и вот они обняли друг друга. Кришна начал плакать, и Гопа Кумар также начал плакать. И Кришна говорит: «О, мои друзья, почему, о, мой друг, почему бы ты так поздно пришел, я так долго ждал тебя?» И вот пытайтесь понять настроение Кришны, и после этого вы можете слушать о Рамананде. Сначала попытайтесь понять настроение Кришны. Каково настроение Кришны? Кришна, он всегда ждет, он плачет о нас, но мы всегда отворачиваемся от Кришны, мы не заинтересованы в нем, поскольку майя всегда нападает на нас. И вот нет никакого пути, кроме милости саду, гуру, вайшнавов. Без их милости невозможно получить чувство баджана, что говорить о Рупануга или Рупануга Баджане. Для Рупануга Баджана мы должны обрести милость такого преданного, который уже получил эту расу сам. Иначе нет никакого пути. Кроме этого, если мы сможем обрести возможность получить милость такого саду, который сам наслаждается этой расой, только по их милости мы можем войти на поле расы, в область расы, в этот трансцендентный мир, апракрита джагат, иначе мы не сможем попасть туда. Ultimately, you can get chance maximum in Vaikuntha Dham, maximum, not in Golok Dham, not possible. То есть достичь Галоки очень тяжело, практически невозможно, поскольку своими усилиями мы можем достичь только Вайкунтхи, то с огромнейшими трудностями. Кто-то может заявлять, что он уже контролирует свои органы чувств, заявлять, и каждый может, конечно, но чистые гуру вайшнава, их видение, их взгляд подобен рентгену. Когда они смотрят, они видят насквозь, и они могут понять, кто есть кто, какое чувство внутри вашего сердца, и в соответствии с этим они проявляют свою сварупу, не перед этим, они очень умны. И вот без милости чистых гуру вайшнавов, те, кто уже обрел такую раса-бхаву, мы не можем получить ее. И также Кама-гайтри мантра, она никогда не пропадет зря. Кама-гайтри мантра, она никогда не пропадет зря. Но плоды не принесет нам, если мы, если мы лицемерны. И поэтому Кама-гайтри не может проявить свою сварупу нам. Кама-гайтри — это значит Камадев сам в своем. Кама-гайтри значит это сам Камадев. Мы сможем видеть полностью его с начала до конца. И вот в эту Пурушоттам Врату мы должны повторять эту мантру как минимум 108 раз, ну, в некоторых источниках, ну, в нашей матери в частности 12 раз, вот Махарадж рекомендует 108 раз повторять и медитировать на лотосные стопы того Шринатх Махараджа Гарватхан Дари Гопала. У меня фотография есть, я покажу его изображение. И вот мы должны медитировать на образ этого Гопала, держащего в тюрбане, держащего это рожок коровий с полузакрытыми глазами, пребывающего в таком божественном чувстве. И вот мы должны медитировать на такого Гопалдева, Брахма Индра. Кто нет, каждый хочет обрести хотя бы частицу его милости. И поэтому Рупа Госвами Пад написал: для таких глупых, как я, Рупа Госвами Пад, он описывает в своем киртане: о, люди, это не шутки. Вы можете ходить здесь и там, принимать прибежище у каких-то гуру, которые не подлинные гуру. Кто может сказать, что вот они подлинные гуру, и так, живя неправильной жизнью, как можно надеяться обрести это? И вот поэтому Рупа Госвами Пад пишет в своих киртанах, и в киртанах также можно найти: Idami chamini shammata vacchuto tadapi kipad bhutto bichim Krishna deva bhavantam bande Hari deva bhavantam bande. И вот мы должны петь этот киртан, особенно в этот месяц, картикой, пурушотом. Мы должны медитировать на этого Гопалдева. Если мы успешны, что же мы не сможем обрести? Но чистые преданные, они не хотят ничего, они хотят только чистую преданность, ничто иного. И также иногда я пою: Sunmanti divaishtavai Vedai shangapada pramopanishadai Gayanti yam samaga Dhenavastita tadgatina manasa Pashanti yam yogina Yasantam na viduh sura suragana Devayata asmai namaha. That Purushottam. И вот этот Пурушоттам, Пурушоттаврата, будьте осторожны, кто такой Пурушоттам. Вы должны думать об этом. Вы соблюдаете эту врату. Если вы можете соблюдать эту врату по-настоящему, вы обретете все. Все значит даже Кришна прямо. И вот смотрите, говорится, что Гопа Кумар вошел на Галока Даму. Достиг совершенства, он тоже достиг Вайкунтхи, это тоже не шутки. Но вопрос в том, что Гопа Кумар, он, смотрите, Садан Ситха, он достиг совершенства благодаря своей садане. И если бы он слился с Гопалдевом, то не было у него бы индивидуального «я». Это майвада получается, поскольку если нет отдельного от «я» преданного, и вот если бы преданные преданности Бхагавана, они не существовали бы отдельно, и вот этот Гопа Кумар был преданным, он занимался преданностью и служил Бхагавану. То есть преданность, она должна быть направлена в чей-то адрес. Вот в данном случае в адрес Бхагавана. И это все также должно находиться на одном уровне, поскольку если все это не находится на одном уровне, то проблема в этом. И лицемерие возникает в этом случае, если вот эти три вещи находятся на разных уровнях. Преданность, преданный и тот, кому направлена преданность преданного или его баджан, все это должно находиться на одном уровне. И если это находится на разных уровнях, это глупо, это невозможно, это уже не преданность получается, и такой баджан, он несовершенен. И вот мы должны помнить об этом. Это главное. И Шри Чайтанья Махапрабху, я хочу напомнить вам, И вот ответ в том, что Гопа Кумар, он совершал служение, он совершал свой баджан и достиг такого уровня, но если бы он слился с Гопалдевом, тоже проблема была бы. И вот те преданные, которые совершают баджан, они уже могут достичь такой трансцендентности, но если Гопа Кумар, он И вот вчера Махарадж говорил, что один пандит во Вриндаване спрашивал его, когда кто-то попадает в ад, то Параматма также в ад попадает или нет? Но что это? И вот этот человек спрашивал, что Параматма в ад попадает ли, поскольку в Упанишадах говорится, что Дживатма и Параматма, они подобны друзьям, и они никогда не оставляют друг друга, и вот это согласно Упанишадам. И вот в аду я говорю, что это значит, если Параматма попадает в ад, или Дживатма попадает в ад, или в рай, наоборот. И вот если Дживатма, она как в ад, так и в рай попадает, то Параматма, она подобна наблюдателю, и она всегда смотрит, она наблюдает, но не страдает ни от каких таких ситуаций. И вот Шукадев Госвами отвечает Парикшит Махараджа. И вот этот ответ в этой шлоке, что Хари, он не объект этого материального мира, он за пределами этого материального представления. Пуруша значит парам-пуруша. Дживатма, она тоже пуруша, поскольку у нее есть ложное эго, она считает себя делающим пуруши. Пуруша — это слово, я объяснял много слов, сокровенное значение у этого слова есть. Пуруша не значит мужчина и женщина. Пурушаха значит все дживатмы, у которых есть концепция делающего в их сердце. Те, кто зависит от своих способностей Пурушакара, как Равана, он заявляет, что он может завоевать весь мир, все райские планеты даже, но вайшнавы никогда не говорят так, они не считают себя делающими, они говорят, что если по желанию Кришны или Нитьянанды Гауранги, то те преданные, они благословят меня, то я сделаю что-то по их милости, это настроение преданных. Преданные никогда не думают, что я, вот, например, лектор, я буду говорить какие-то лекции, Харикатха, это не вопрос лекции. Харикатха, она исходит из сердца автоматически. Это нельзя, что просто сесть и говорить какие-то лекции. Нет. Это автоматически по милости Шуда Сарасвати, Радхарани, Вишнупри Деви, это является в сердце. И вот смотрите, Гопа Кумар, эту шлоку я хочу объяснить. Хари, он за пределами этого материального мира находится, за пределами всех материальных представлений. И он смотрит на всех, как кто-то что-то делает. If you forget to press the save button, then you are going to miss electricity gone everything. Если кто-то занимается какой-то работой на компьютере, то свою деятельность сохранять нужно. Поскольку если вот автосохранения в частности нету, то в частности в Индии свет отключают достаточно часто, и можно работу потерять свою. Но вот в случае с кармой все это само записывается и нельзя удалить. Все это автоматически записывается, и на ваш счет зачисляются все ваши действия. И согласно этим действиям вы должны понести эти последствия этих действий. И вот здесь говорится, вот, слово «падриштха» значит, если вы видите что-то, значит, вы видящий, смотрящий, и кто-то может смотреть на ваши действия, и вы его можете не видеть. То есть, как мы можем наблюдать за чем-то, но и за нами также могут наблюдать все время, каковы наши действия, что мы хотим делать и прочее, прочее. И вот, чтобы совершать Харибаджан, мы должны возвыситься до того уровня, и находясь на этом материальном уровне, мы не можем совершать Харибаджан. Совершать Харибаджан, Хари, он находится на трансцендентном уровне, и мы должны принять помощь от чистых гор Вайшнавов, кто совершает Харибаджан, Хари о новой Кунтха-платформе, и мы должны принять помощь Гуру Вайшнавов и достигнуть того уровня, и тогда у нас будет возможность служить чистым Гуру Вайшнавам, Бхагавану, а не перед этим. Даже если мы очень богаты и образованы, то все равно это не поможет на духовном пути. И вот это не столь важно, что если дживатма, она попадает в ад или в рай, то где бы она ни была, то Параматма, она всегда наблюдает за ней. И вот если дживатма попадает в ад, то Параматма говорит, что я никогда не вдохновляла тебя на наслаждение, и вот в итоге из-за этого попали в ад. И вот утром, когда мы повторяем Гайатри, слово вот про чудо-йод, это Гайатри мантра, я не могу ее вслух повторять, но смысл. А еще нельзя, кому попало, объяснять Гайатри только самым достойным личностям, вот как Шрила Сиддхарта Госвами Махарадж делал, и Дурьодхан, когда он был на поле боя, он лежал с сломанным бедром, сломанной ногой, и вот Дурьодхан, он вынужден был сказать, что я знаю, что такое Дхарма, но я не чувствую вдохновения следовать Дхарме. Я знаю, что такое адхарма, и я не могу заставить себя делать правильно, поэтому все делаю неправильно. И Дурьодхан, он сам признает. «О Прабху, согласно моей предыдущей карме, я вынужден делать, поскольку Майя Деви заняла меня в этом». Майя Деви значит Бхагаван, он прямо или косвенно делает это все. И поэтому Дурьодхан говорит, что ты занимаешь меня в этой деятельности. Бхагаван на самом деле не занимает, но через Майю, через свою шакти он это делает. Кто такой властелин Майи? Йога Майи или Маха Майи? Все, все происходит по воле Бхагавана. Даже лист с дерева не может упасть без воли Верховного Господа. Вы должны быть осторожны, помнить это и контролировать, действовать в соответствии с этим. Без воли Верховного Господа ни один цветок, ни один лист не вырастет и не упадет. И кто-то может говорить, что это Майя делает пракрити, природа, но откуда эта природа происходит? Бхагаван Шри Кришна в Гите уже сказал такие слова. Who? Bhagavan. И вот под моим руководством Пракрити делает так или иначе, являет различное разнообразие. И вот Дурьодхан поэтому говорит правильно. Согласно моей природе, ты занимаешь меня, и я вынужден получать результат моих действий. Дурьодхан говорит об этом, и таким образом Шри Чайтанья Махапрабху, он воплощение, олицетворение Тринадапи, источник Тринадапи. Когда Тринадапи, сейчас я хочу задеть эту тему, почему мы объясняем эту шлоку. Поскольку не объясняя эту шлоку, я не могу связать все в Рай Рамананда Савате. Не имея четкого представления о Тринадапи Бхаве, о смирении и терпении, то нельзя понять дальше, что будет. Вот слово «амани» значит, что я никогда не хочу ожидать почтения с вашей стороны, нам не нужно никакое почтение. Я служу Шри Чайтанья Ване. Чайтанья Ване — это значит сам Шри Чайтанья, сам Шри Чайтанья Сарасвати, и любые события, которые произойдут, то я вынужден встретиться и принять с ними, поскольку я исполняю желание Шри Чайтаньи Махапрабху без изменений. Я делаю все, что сказал Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, Гауранга Махапрабху, и проповедовать их послание — это мое служение, и никто не может влиять на него. Я могу совершать свое служение согласно желанию гуру, вайшнавов и бхагавана. Это зовется Бхагавад-катха, иначе так много Бхагавад-катхи происходит, но она похожа на проституцию в различной степени. Кто-то может красиво говорить, но опять же красиво для каких-то невежественных людей, но чистые преданные сразу видят, что есть что. А другие условия Тринадапи какие? И здесь глубина значения также о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур сказал. Если Шрила Бхактивинода Тхакур не прояснил этот термин, то кто бы это сделал? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур в Ваджрандрахасе, он подробно говорит об этом. Подобно дереву, дерево, оно не ожидает ничего, даже капли воды. Можно брать плоды, листья, дерева, у самого дерева, ветки и прочее, но дерево не просит, чтобы его напоили или еще что-то хорошее сделали для него. Дерево отдает все другим, даже если оно умирает без воды, все равно дерево не скажет кому-то, что вот иди и поли меня, я умираю. И вот если кто-то рубит дерево, то дерево не будет возмущаться, что его вместо того, чтобы полить, рубят. И вот дерево бесплатно отдает все другим. Кому-то тень нужна, кому-то фрукты, листья, цветы, и даже все дерево, и то дерево отдает себя без сожаления. И это таково настроение дерева. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом. That's why Prabhupada was bound to approve this sloka when it was changed. Originally it was. И вот когда один из учеников Шрилы Прабхупады, он немного изменил эту шлоку, вместо Тару и Васа Хиштуна. То есть говорилось, что мы должны развить терпение как у дерева, то он изменил больше, чем у дерева. И Шрила Прабхупада одобрил это изменение, поскольку вот изначальная шлока такая была. И вот в Шикшаштаке говорилось, что это как дерево, но в Гаудимиси вот написали Таро Апи более чем дерево, и возможно ли это, да, почему нет? Только в вайшнавизме это возможно, когда Харидас Такур и его били на 22 различных базарных площадях, сильно били плетьми. Но все же Харидас Такур молился лотосным стопам Бхагавана: «О, Верховный Господь, они не знают, что творят, пожалуйста, прости их». Но все же Харидас Такур молится лотосным стопам Верховного Господа ради их блага. И вот понимаете ли вы настроение Вайшнава? Любые деньги, которые они получают, все используют они для Бхагавад Севы и для блага всех людей в этом мире, чтобы они развили сознание и смогли совершать баджан. Это нет никакой альтернативы этому. Если была бы альтернатива, то я мог бы ее посоветовать, но альтернативы никакой нет. Нет никакой альтернативы Харибаджану, и как я могу посоветовать что-то еще? И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит таким образом. И мы, к сожалению, только лицемерие какое-то получаем, когда мы приходим к чистым Гуру Вайшнавам, молимся, совершаем служение какое-то, но с сердцем мы не совершаем служение. Вот делаем что-то, но не полностью. Иногда кто-то делает севу на показ, но это тоже очень плохо. И кто-то из-за такого служения какие-то титулы получает, уважение в обществе, но никто не знает, что такие люди совершают служение, чтобы получить какие-то удобства, блага в будущем. Вроде они Гуру Севу совершают, но лицемерно. Они надеются после того, как Гурдев уйдет, получить какие-то блага от этого. Но это не севаки, а лицемеры. И вот если с таким лицемерием совершать какую-то Гуру Вайшнава севу, но подлинного результата мы не получим. А подлинный результат — это према, ее не так просто обрести. И вот према — это не шутки. Кто-то носит тилак, мало Гурудева принял, но внешние условия — это не факт, что человек еще вайшнавом станет, поскольку еще тонкие условия. Если не исполнить эти тонкие условия, то нельзя получить возможность совершать чистую Харисеву, поскольку перед тем, как начать говорить о Рай Рамананда Самвате, я должен сказать предваряющие вещи. Все хотят перепрыгнуть к Рупануга Баджану, но они не думают о своих качествах, в каком состоянии они сейчас находятся, они не думают об этом, они пытаются перепрыгнуть. но не думают о своих собственных качествах. Можно вспомнить, вчера я говорил, что о видении в Пурушоттамас. И вот Шрила Бхактивинод Тхакур говорил, что хорошо, если мы следуем пути баджана согласно нашему адхикару, нашим способностям, нашей квалификации. И вот Шрила Бхактивинод Тхакур говорит, что если вы согласно, то есть все должны исполнять свои собственные обязанности. Если вы оставляете и пытаетесь перепрыгнуть это, то это очень опасно. И все же так хорошо, если вы шаг за шагом следуете. Какие-то люди могут сказать, что вы какой-то низкого уровня, но лучше следовать постепенному пути, как возвыситься. И вот кто-то может достичь Вайкунтхи, но достичь Галоки без милости чистых Рагануга Бхакти невозможно. Это единственный шанс. Мы хотим, кто-то хочет доказать, что они гопи, сакхи, манджари, но Уддав Махарадж не говорит так. Уддав Махарадж настолько смирен. И вот, чтобы сделать его более и более смиренным, Кришна, вот в Уддав Самвате это описывается, он послал его к гопи. Сначала Уддав пришел с такими мыслями, что он пандит, что научит их чему-то, что утешит их. Но как он может утешить гопи? И вот Уддав какую-то лекцию хотел дать гопи, но потом обнаружил, что он глупец. И он увидел, что у него ничего нет. И осознав все это, Уддав Махарадж, пытайтесь понять все это. И вот осознав все это, Уддав никогда не сказал, что я буду следовать Радхарани и стану гопи. Нет. Никогда мысли даже у него такой не было. Уддав Махарадж, он был испуган. Он увидел свое состояние, и где они, он понял, что просто глупо было приходить к ним с такими мыслями. Уддав Махарадж, он плакал со сложенными ладонями, и, взяв травинку в зубы, он хотел стать смиреннее, чем травинка. Что-то делать на показ — это не тринадапи. Кто-то что-то на показ может сделать, но это не тринадапи. Те сиддха-махатмы, они очень разумные. Они, видя нас, они увидят наше подлинное положение. Но чистые гуру вайшнавы, они очень умные, они молчат и смотрят на действия, на жизнь такого человека, на его суждение. И иногда обнаруживается, что у такого человека нет осознания, просто какие-то оскорбления, поскольку то, что кто делает, то есть человека можно узнать по его деяниям. И поэтому я сказал, что популярность — это не признак правоты. Если кто-то просто популярен, это не значит, что он получил милость чистых гуру вайшнавов. Это совершенно разные вещи. Но кто-то путается и стремится к каким-то вещам, где в итоге попадает в ад. Поскольку такие гуру-обманщики, они в ад попадают, в шастра говорится об этом, и те, кто следует таким гуру, они тоже попадают в ад. Те, кто говорят всякую ересь без сидданты. И вот И те, кто говорят неправильные лекции без должного очарона, без должного характера, не следуя тому, что говорят, они попадают в ад на бесконечное время. И также их последователи тоже идут за ними. На бесконечное время они попадают в ад, и это ситуация такого текущего времени. Самоосознавшая себя душа никогда не может сделать что-то неправильное или обманывать своих учеников или еще кого-то. Они готовы помирить, но не обманывать других. Ну, по крайней мере, те, кто мадхьяма, ачарьи, преданные такого высокого уровня, они могут говорить до какого-то определенного уровня, а потом сказать, что иди к такому, к тому более возвышенному саду и слушай от него. Они не будут обманывать их, как Гори Дас Пандит. Он отправил их к Хридачитанию. Шьямананду в общем, она кому-то другому потом отправила. Гопал Бхатта Госвами отправил Шринивасачарью к Дживе Госвами, а Локанат Госвами послал Наротама к какому-то другому Вайшнаву. И вот, по крайней мере, если ваш гуру мадхьяма-адхикари, то не нужно отказываться от него. Если он ничего плохого не делает, а сознание его не столь велико, то в этом случае такого гуру нельзя оставлять. Вы согласно вашей удаче получили такого гуру, но если гуру такой недостаточно высокий и падший, то в этом случае нужно искать садгуру, шикша-гуру, который может помочь вам достичь самосознания. И также нужно получить разрешение у вашего гуру, если вы приняли посвящение, естественно. И без самосознания наш баджан, он ничто. Мы не сможем совершать баджан без самосознания, и это очень важное. Рагануга баджан, я уже говорил, без милости такого великого саду, кто же враджа, раса расика. И только от него мы можем обрести это бхакти. Оно подобно заразной болезни, как вот коронавирусы, малярии или еще чему-то. То есть можно прямо обрести только от того, кто имеет прему. Если мой Гурудев имеет прему, то тогда я, придя в контакт с Гурудевом, то эта болезнь, она имеется в виду, эта према, она придет к нам. Личными усилиями мы не можем попасть на уровень према, и поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он вынужден был сказать так, со смирением. И вот Махапрабху говорит: если так или иначе я получу возможность встретиться с чистым саду, у кого есть такое великолепное чувство премы, то тогда схватите его за его лотосные стопы, не отпускайте. Это очень редкая возможность. И где бы вы ни встретили такого саду, схватайте его за его лотосные стопы и не отпускайте. И вот Махапрабху говорит так: и вот если кто-то просто накапливает сукрити, огромное количество сукрити, то с помощью этого сукрити бхакти может и можно какое-то обрести, но враджарасу нет, она очень-очень редка. И поэтому говорится, если вы будете собирать множество сукрити, то этого все равно мало. И где же это обрести? Только благодаря огромной любви, огромному желанию, огромной потребности в этом. Многие запутаны, поскольку вы все, многие из вас получили неправильное руководство, когда вы думаете, что я хочу ту прему. Вот если меня кто-то просит рассказать о каких-то сокровенных вещах, о Кришна преме или сокровенных лилах, то я отказываю. Поскольку если вы достойны слушать, то и перед вами, если, даже если вы не зададите этот вопрос, я почувствую, что это ваша подлинная потребность. Но это неправильное руководство, а многие думают, то, что это практика такая, что можно слушать о возвышенных лилах Кришны и что-то произойдет, но ничего хорошего не произойдет. Лолия значит стремление, жадность буквально. И вот вчера я говорил, можете вспомнить, даже Шабари, Шабари-риши и Яяти так или иначе, они избежали своих проблем, но мы не можем, поскольку их сердце было просто. И поэтому они получили помощь, они смогли осознать, в каком состоянии они находятся, что они были. Вот он, этот Шабари вспомнил, этот Шабари Риши и Яяти, они вспомнили свою прежнюю жизнь и смогли решить свои проблемы, но для нас это не так просто. Кто-то запутался. И вот на Бенгале говорится, а кто изучает Бенгали? Если нет запутанности в нашем сердце, то тогда мы поймем учение Гауранги. А если есть запутанность, двуличие, то тогда мы не сможем понять. И вот Джагатананда Пандит, вечный спутник Гауранги Махапрабху, говорит, что можно просто понять учение Махапрабху, а когда? Когда нет никакого двуличия в нашем сердце. Я не советую вам служить Дурге. Вы должны служить Кришне. Даже если у вас полно желаний, все равно пытайтесь совершать баджан. Я не могу советовать вам совершать баджан Дурге. И вот в Чанде такие стихи, которые описывают Деви. Верховный Господь дал силу всем полубогам, и Он создал Деви Дургу, чтобы убить каких-то демонов. В этом есть глубинное значение, но тема сейчас другая. Не буду объяснять значение этих демонов, львов, Дурги и всех ее спутников. Многие думают, что Durga, она олицетворение Раджагуны. Я тоже признаю, в этом материальном мире она олицетворяет Раджагуну. Но в Чанде мы можем найти, когда мы находим Нараяни Намастуте, тут такие слова. Намастасвей, 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 намо намаха. И вот также есть различные мантры, как Нараяни Намастуте. Нараяни значит сатвагуна. Это Деви в материальном мире олицетворяет Раджагуну, но в итоге, если эту Деви, когда Деви откроет свое сердце, то можно увидеть, что там внутри сатвагуна. Но для того, чтобы поручить демонов-материалистов, она олицетворяет собой Раджагуну. И вот этот материальный мир, он подобен тюрьме, хотя внешне может быть очень красивый и удобный, но это тюрьма по сути. For other people, those enjoying, for them and speaking, in jail. So you see, actually, so, but I wanted to speak explanation of that, huh? And Durga too, now actually, there was link, I am explaining. And then other Vishwanichana, actually, so now you understand, in which condition you will have to go out. И вот мы должны понять, какого уровня мы должны достичь, и так и откуда. И поэтому мы поймем, почему Джагадананда Пандит говорит, что если наше сердце просто и нет никакой запутанности, даже если мы глупы, но наше сердце не запутано, не сложно, то я даю совет вам, что вы должны служить Кришне. И вот в этой шлоке также говорится, здесь говорится «джаджета пурушампарам». В любом состоянии мы должны пытаться, даже все равно мы можем получить милость Гуру Вайшнавов и развиваться дальше. И если у вас нет желания, вы можете совершать Кришна Баджан И если у вас есть желание, то все равно вы должны совершать баджан Верховной Личности Шри Кришне. И таким образом вы должны пытаться, и в итоге, если вы возвыситесь, то вы поймете, что такое харибаджан, что такое служение. Вы поймете таким образом, и те, кто прыгают в огонь под именем Рагануга Баджана, я могу только пожалеть их, оспорить не могу, какие-то ачарьи обманывают их. Только лолья, желание, лолья значит сильное влечение, так или иначе, сильное вдохновение, что так или иначе я хочу попасть во Вриндаван. И вот, осознав славу Гуру и Вайшнавов Рагануга Бхакти, если у нас возникает желание обрести любой ценой эту милость, как Удав Махарадж, он не занимается имитацией, он понял, что есть что. И вот Удав, он плачет, и обнаружив свое плачевное состояние, он со смирением говорит перед Верховным Господом: «О, Господь, так или иначе, если я смогу обрести возможность по Твоей милости, то я хочу родиться как травинка во Вриндаване». Bhimam Jadustajya Sajjanamajya Patanchahitva Bhejo Mukunda Padavim Srutivim Vinikra. Все Шрути, Смрити, Пураны и все остальное. И все это все это указывает на Враджендра Нандана. Мы должны медитировать на его лотосные стопы. Все Шрути, Смрити, все остальные писания, они в итоге указывают на Верховного Господа. И поэтому Рагупати Упадьяй перед Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал такие слова. Он сказал такие слова, и Махапрабху был очень доволен им. И вот Рагупати Упадьяй говорит: о Прабху, кто-то может изучать Шрути, кто-то Смрити, кто-то Махабарату изучает, пускай изучают, я не заинтересован в этом. А почему? И вот в этом во дворе Нанды Махараджа играет сам Парабраман, и я хочу служить ему, это самый простой путь. Понимаете, что, о чем я говорю? Многие боятся этого материального мира и цепляются за Шрути или Смрити, чтобы как-то спастись. Смрити, есть много видов Смрити, Ману Смрити и другие, составленные различными Риши Муни. Хари Бхакти Виласа — это тоже один из Смрити, там описывается, что делать, что не делать, что избегать, что принимать и прочие правила и предписания там. И вот Рагупати Упадьяй был очень доволен. И вот Махапрабху был доволен этим преданным, который сказал, что он хочет служить лотосным стопам сына Нанды Махараджа. Кто-то может показать, что он Рупануга Бхакта, что смотрите. Но это не какая-то зарядка для мозгов, нельзя. Мы не можем обмануть чистых гуру вайшнавов, они, посмотри на нас, поймут наше положение. Пытайтесь понять. Что такое подлинные Рагануга Абаджаны? И вот Шрила Прабхупад такой язык использует. Раджастама Тарита значит что те люди, которые наказаны Раджатама Гуны, И вот они хотят доказать другим, что они совершают рупа-нуга-баджан, как это возможно. И иногда можно видеть, такие люди пытаются соревноваться с Гуру Вайшнавами, даже с самим Шрилой Прабхупадой. Но даже Верховный Господь никогда не конкурировал с Шрилой Прабхупадой, Бхактисидантой Сарасвати. Но какие-то люди осмеливаются. Krishna Bhagavan Gauranga Mahaprabhu never tried to make this kind of attempt to make competition with Gauranga. Gauranga never tried to make any competition with. Даже сам Гауранга, он никогда не соревновался, не конкурировал с Шрилой Прабхупадой и Бхактисидантой Сарасвати. Как-то соревноваться с Шрилой Прабхупадой и Бхактисидантой Такуром, кто может это делать? Но находятся какие-то бестолковые люди, которые пытаются как-то конкурировать с самим Шрилой Бхактисидантой Сарасвати и Госвами Такуром. И куда же они попадут после этого? Если даже Верховный Господь, он с Харидас Такуром, например, никак не соревнуется, не конкурирует, или с Шрилой Бхактисидантой Такуром, или с Джива Госвами, Рупой Госвами, Верховный Господь может сказать только: и вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит: я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься, но ты беспокоишься об этом. Почему? Я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься, но ты почему ты волнуешься? Ну, что значит чистота? Чистые преданные не могут заключить благодаря своей любви Кришну в своем сердце. И вот Верховный Господь, он вездесущ, он везде присутствующий, но все же такое может быть. Я говорил о Гауридас Пандите, Гуру Нитянанда, они говорят: о Гауридас, нам нужно идти. Нет, я не позволю. Как нам нужно идти, у нас служение, мы тут давно находимся у тебя, но Гауридас сказал: нет, оставайтесь. If they are going away, then he is crying, no, I cannot, I am going to get, to lock the gate, no, don't. И вот Гауридас Пандит не мог потерпеть, чтобы они ушли, что делать? И вот, в общем, Гуру Нитай сказали, что можешь сделать в нашей мурти. Гауридас Пандит, он сделал мурти Виграху Гуру Нитянанды. И вот он провел Виграха Пратиштху в своем храме, предложил подношение и все остальное. И Гуру Нитянанда сказали, что вот теперь Гуру Нитянанда у тебя есть, и мы уходим. Нет, как нет, ты вот божество установил, что ж мы тут делать будем, нет, не отпущу вас. When you know is actually Sakha, we are previous in Gaurila as a Sakha. Gaurila says, no, I cannot tell you. Then that deity Gaurinitam going out of the temple and going away. They are going. Then Gaurila going to stop them. И тогда эти божества начали уходить из храма. Гауридас Пандит пошел их ловить, когда поймал, то Гуру Нитай ушли. Потом он побежал тех ловить, и те ушли. И вот Гуру Нитай сказали, что смотри, мы не отличны от этих божеств, и будем принимать все твое поклонение и подношение. И в итоге он со слезами отпустил их, но получил такое доказательство, что эти божества не отличны от Гуру Нитянанды. So И вот Лаулья, великая любовь, великое стремление обрести лотосные стопы Гопала. Вот в этом случае, если у нас будет такое огромное желание, то тогда мы сможем встретиться с каким-то подлинным преданным, которого нет ни капли лицемерия в сердце, и тогда, по его милости, как Махапрабху, когда встретился с Ишварапурипадой, он схватил его за его лотосные стопы и сказал, что я тебя больше не отпущу. И вот Махапрабху сказал: я пришел, я совершал парикраму, и вот моя парикрама. Паломничество по святым местам закончилось успехом, поскольку я встретил тебя. Когда я увидел твои лотосные стопы, я понял, что моя парикрама, посещение всех святых мест, оно достигло успеха, поскольку я встретился с таким преданным, как ты. И вот таким образом мы должны осознать, как Махапрабху показывает нам Рагануга Баджан. Если у нас нет основных идей, то мы не можем понять Рай Раманаду Сават. И вот Махапрабху сказал: когда я увидел твои лотосные стопы, я понял, что мое паломничество по святым местам, оно стало успешным. И вот Махапрабху также принял прибежище у него в Гайадхаме у лотосных стоп Ишварапури. И тогда Ишварапурипад по желанию Гауранги дал ему дикшу, и после того, как тот получил дикшу, то он буквально сошел с ума, и, получив милость у Садгуру, никто не может жить спокойной жизнью. Что это значит? Что значит спокойная жизнь? Если вы чувствуете боль разлуки, то как вы можете дальше жить спокойно? Если огонь разлуки с Кришной, он жжет вас, где Радхарани, а где мы. И вот Шрила Бхактивинод Тхакур плакал от этого чувства разлуки. И Шрила Прабхупад, они в своих письмах оставили описание этого чувства. Они думают, что они... И вот они чувствовали разлуку с Кришной, с Радхарани. И это ответ на вопрос, почему Рагунатх дас Госай, он плачет, поскольку у него есть возможность чувствовать все лилы, которые происходят, но все же он плачет. И вот на берегу Радакунды Рагунатх дас Госай все 24 часа в сутки служил Радхарани, он наблюдал ее лилы, Кришны и Гопи, и Манджари Сакхи. Они омывались в воде Радакунды, играли там. И Рагунатх дас Госвами, он наблюдал за этими лилами, и один И вот однажды в Радхарани какое-то полотенце уплыло в Радакунду, и она сказала своим саки, что вы не поймали, но они не смогли. Тогда Рагунатх дас Госвами, он прыгнул в Радакунду, схватил это полотенце и отдал его Радхарани. Cheating people, you are cheating. That kind of feeling you have. Tavai Gosmi, no jivami tvayam vina iti vidyayo devi nayo mam tava charanantikam. Hey Devi, you take me. I like to stay just near your lotus feet, without which I am going to die. You can discover I am dying. I am going to die. И вот Рагунат Дас Госвами плакал и говорил такие слова. Забери меня. И вот он описывал свое чувство. Это настроение Рагануга Бхакта, Рупануга Бхакта. Весь мир, он стремится к какому-то миражу. Что такое мираж? Это то, чего нет. Как какой-то олень может бежать по пустыне, но воды там нет, но ему кажется, что где-то там вдалеке вода. Это просто отражение солнца из-за этого горячего воздуха. Издалека может быть что-то похожим на воду, но это не так. Это просто отражение света, мираж. И так можно видеть, многие стремятся к миражу, а не к Вриндавану или к Рагануга Бхактам. Не так, просто бегут к какому-то миражу. И вот Рагануга Баджан, Рупануга Баджан, Рай Рамананда Самвади, там четко описывается это. И вот если кто-то не будет слушать эту первую харикатху, тогда они не смогут понять все последующее. И вот смотрите, Рупануга Баджан, Рагануга Баджан — это не вопрос нашего ума. Мы не можем с каким-то материальным умом понять это. Лулья, жажда этого — это не что-то делание на показ. Когда мы будем чувствовать, что без Радхарани мы умираем, то тогда духовный доктор, как Шрила Прабхупада и его подлинные последователи, они поймут наше настроение, наше чувство. Даже по милости Сарвабхаумы Бхаттачарьи, точнее, даже по милости Гуранги Махапрабху, Сарвабхаума лучший из Майавади. И вот по милости Гуранги Махапрабху он получил милость. Это применимо только к Гуранге Махапрабху, только к нему, даже к Кришне не применимо. И вот это шлока, и вот смотрите на это состояние по милости Гуранги. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья увидел, что этот саньяси хотел прыгнуть и обнять Джаганатха, но в процессе упал без чувств, и Сарвабхаума Бхаттачарья подумал, это не какое-то обычное чувство, хотя он майавади, но все же он заинтересован был какое-то служение совершить. Хотя он майавади, но так неосознанно что-то хотел сделать для Махапрабху. Он увидел, что это такой саньяси, так прекрасно выглядит, но он поймал его и, просто прикоснувшись к нему, он уже обрел милость. Только благодаря этой милости Раджа Пратапаруда, царь и его жены, они издалека смотрели, сидели на слоне и смотрели. И вот Раджи Пратапарудра было много жен, и эти жены, они тоже хотели увидеть Горангу, но не могли прийти к нему. И вот этот царь посадил их на спину слона издалека, чтобы они могли видеть. И вот они видели, как Горанга воспевает святые имена. И они увидели, почувствовали прему, что это. Что говорить о людях? So I can prove at least. I have one, two hands, two legs, Mara, how we can say I'm not man? But animal is there inside my heart. То есть можно видеть, Махарадж говорит, что внутри каких-то людей животные, но чтобы дать нам подлинный урок, Кришнадас Кавирадж Госвами поэтому говорит. Он, чтобы избавить нас от ложного эго, от тщеславия, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит такие слова со смирением. Я погружаюсь в океан смирения, поскольку я осознал то положение, плачевное положение, в котором я нахожусь, и поэтому я хочу принять прибежище у того Вайди, подлинного аюрведического доктора. Но это такое иносказание, что это именно духовный доктор. И я чувствую осквернение в моем сердце. Как нам, например, вы можете книгу держать лет 100 у себя дома, то даже не 100 лет, и быстрее книжные черви съедят ее. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит такие слова, что мое внутреннее «я», его едят насекомые всяких плохих качеств. Они едят суть моей жизни, и все так пропадает. Я практически уже закончился, и вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, подумайте, и он, смотрите, сам Кастури Манджари, он Прия Нарма Сакхи Радхарани говорит такие слова. And inside my heart there is the activities of beastly conception there inside. Poison of throne of all beastly conception there is all my activities, everything so dirty, from where to go. Now when I watch my condition, I find no way out. И вот он продолжает, смотря на себя, я чувствую, что без Твоей милости я ничего не обрету. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, that's why I'm not getting any visitor. So those who are going to show the exhibition of Raganuga Bhajan, Panuga Bhajan, на показ имитируют Рагануга Баджан, для них Шри Чайтанья Махапрабху дает такое предостережение. Через эту процедуру, через вот Рай Рамананда Самват у нас может быть, мы можем понять, в каком положении мы находимся, и что будет завтра, потом и после. Когда Шри Чайтанья Махапрабху говорит, то, что нужно идти дальше, Аги Кахуар, это основа, ты должен дальше и дальше говорить. И те сахаджи, они имитируют. Хотя вот Махапрабху говорит, что это слишком просто. Говори дальше, выше. Но какие-то лицемеры следуют каким-то другим этим путям. Но Махапрабху, он, смотрите, источник Тринадапи и всех остальных качеств. It's all there. You're going to, going to make some imitation. Mahaprabhu can speak that way. Махапрабху может говорить так, но для того, чтобы открыть мистерию всего баджана с начала до конца, с детского сада до самых высших уровней. И вот Махапрабху с помощью этой процедуры он хочет открыть нам, показать весь процесс баджана с самого начала. Но Махапрабху, смотрите, он Верховный Господь, ему не нужно слушать что-либо от кого-то. В Бхагаватам это уже описано, мы уже знаем. И вот Бхагаван, он везде сущ, он знает все. Вам не нужно даровать какое-то знание Бхагавану, но все равно это такая лила. Савига значит, что он всезнающий, не нужно говорить ему что-то. Он источник всего знания, и он знает все обо всем. Источники знания не исходят из Кришны. Поэтому что толку говорить что-то Кришнину? И вот когда Рай Махашой говорит, или Кришнадас Кавираш Госвами пишет, что устами Рай Рамананды, читание Чайтамрити, Кришнадас Кавираш Госвами пишет, что устами Рай Рамананды сам Гуранга говорил, и Рай Махашой он признал это. Он сказал: «О Прабху, я ничего не знаю, и ты сидишь на моем языке, и все, что ты позволяешь мне говорить, я говорю, и никак не могу влиять на это. Я ничего не знаю. Все, что ты позволяешь мне сказать, я говорю». Харикатха — это такое. И поэтому Шрила Бхактивинод Такур пишет: «О Прабху, вначале позволь мне испить нектар, этот нектар Харикатхи, и после этого я буквально сойду с ума». И в Бхагаватам говорится, подобно, вот пример, что если человек напился какого-то хмельного напитка, то он пьянеет. И вот Бхагаватам такой пример приводится: если кто-то напился вина, то уже опьянеет и не может понять, что, где, когда. И также, когда мы пьем нектар Харикатхи, подлинные Харикатхи, то тогда в форме Харикатхи Кришна Бхагаван, он дарует нам нектар, это Харикатха, подобно нектару. И если слишком много Харикатхи принять, то может какое-то несварение случиться. Это тоже опасно. Follow what I say. So, Piyaya Pem Maktogori More Sunani Yugunogana. Рай Махашой говорит: «О Прабху, ты позволил мне говорить, и поэтому я говорю. Кто я, чтобы что-то говорить? Я просто инструмент в твоих руках, а ты играешь на мне как хочешь». И вот Махапрабху, он сидит и слушает Харикатху, и Рай Махашой говорит: «Я...» И он говорит, что «я инструмент в твоих руках». И такой пример в материальном мире я тоже могу показать вам, если вы не верите. Мой Гуру Махарадж ушел, он находится на Галоке, и если он дарует мне свою милость, его сердце, и такое же случилось во время Бондов Госвами Махараджа. Госвами Махарадж говорил: «Когда я говорил Харикатху в вашем обществе, я чувствовал, что Шрила Прабхупад явился в моем сердце, и такое возможно только для Садгуру. Садгуру может находиться за тысячи миль от вас, но даровать милость вам. Но если вы подумаете, что вы делающие, что из-за такого ложного эго все может пропасть. Если ложное эго появляется, то все остальное пропадает. И это было возможно для Шрилы Прабхупады, Бхакти Прамода, Пури Госвами Махараджа. Они могли находиться очень далеко, но даровать свою милость всем. И вот согласно их милости, если кто-то говорит вдохновленное имя, то это есть подлинная Харикатха. Бондав Госвами Махарадж, Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж, Бхакти Саранга Госвами Махарадж, они свидетельства всему этому. И вот они говорили Харикатху перед какими-то уважаемыми, знаменитыми, известными людьми. Но это все было возможно только по милости Шрилы Прабхупады. Они говорили то, что вложил Шрила Прабхупада в сердце. И Рай Рамананда тоже самое говорил, что я инструмент в твоих руках. И в этом материальном мире тоже пример такой могу привести. Вот в Бхаратварше, в Индии, есть какой-то этот музыкальный водяной инструмент. Не знаю, как по-русски. И вот, и в общем, какой-то сладкий звук издается, Джала Таранга называется, в Читании Читамрите говорится, когда Махапрабху или Адвайта Гасай, они были на Нарендра Сароваре, они играли на воде, и Радхарани, Манджари, они тоже так играют, бьют по воде, и такая музыка такая получается. Но тот инструмент музыкальный другой этот принцип действия у него. Same tune, you fix up. There is so much water instrument in a round room, round, and you discover the center point. Round or rectangular maybe. И смысл в том, что если в круг поставить много таких инструментов и один в центре, in the center point. If you group one water instrument and put so many similar water instruments, different place. И вот, в общем, если в центре поставить один, а вокруг расставить много таких же этих водяных этих музыкальных инструментов, то если ударить по центральному, то другие тоже будут звучать в резонансе. Even you can do experiment with, guitar. Same tune in the middle. Do all guitar there is and start playing. Automatically, nobody doing. Similarly, when my heart is totally accurately находится в абсолютной гармонии с Гурудевами, Гурвагой, Шрилой Прабхупадой, Бхактивинодом Такуром, Гурангой, Нитянандой, то мы почувствуем то, что они хотят сказать через нас. И это будет не имитация, а то, что есть. И таким образом Рай Махашой говорит, поскольку Махапрабху спрашивает, говорит, давай дальше. И вот сначала Махапрабху точнее, Рамананда начал с Варнашрама Дхармы и выше. И потом Махапрабху сказал, это внешнее, говорит дальше. Это кармарпон тоже внешне, давай выше. Как жить с садхарма тьягом? Гьяна Мишра Бхакти, это тоже внешне, давай выше, дальше. Гьяна Шунья Бхакти, и там ты, и давай, это тоже хорошо, но давай выше, выше. Но смотрите, все глупые люди под именем Рагануга Баджана, они только имитируют, они делают что-то стоящее. Я завтра буду говорить об этом. И такие люди, можно видеть, даже ненавидят Рамачандру и Ситу, настолько они глупы. Когда Махапрабху отправился в Южную Индию, и там встретился с Венкатой Баттой, там я хочу напомнить вам, что Махапрабху хотел сказать что-то уникальное, но никогда не хотел оскорбить Венкату Батту. И вот Махапрабху сказал, конечно, это все хорошо, но я хочу услышать ответ, почему ваша Лакшми Деви, она всегда ждет, чтобы присоединиться к Раса-лиле с Кришной. И вот он начал спрашивать, что ж он критикует, а Махапрабху сказал, я не критикую, я просто спрашиваю, почему ваша Лакшми Деви, она хочет быть в лиле Кришны. И о Прабху, что же сказать Лакшми? Она не отлична от Радхарани, я знаю это. Но почему ваша Лакшми ждет? И Махапрабху постепенно, так мягко, он хотел объяснить это. И тогда Венката Бхатта вынужден был принять, что да. Хотя Нараяна и Кришна не отличны, но у Кришны есть великолепие лила-виласа. Настолько великолепен Кришна. С завтрашнего дня я буду объяснять об этом, но сегодня я хочу сказать то, что те, кто ненавидят Лакшми Нараяну, что какие-то надо выше-выше продвигаться. Но такие люди глупые. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что они идиоты, глупцы. Номер один. Инчора Пока на Бенгале. И вот он сравнивает их с этими джекфрутами. Hot, ripe. They can sell in market very quickly, but it's ripe, they are not actually ripe. Sometimes somebody beating on the jackfruit, so that when beating, boxing. Вот сравнение с тем, что какие-то люди хотят этот джекфрут сделать спелым, но толку нет от этого, как не делаем, раньше времени сам не поспеет никогда. И можно, конечно, издеваться над ним как угодно, но все равно джекфрут никогда таким образом не поспеет. Он должен висеть на дереве и ждать своего времени. И таким образом я предупреждаю, каждому может сказать, что что-то внешнее, но на своем примере можете ли вы показать это, когда кто-то говорит, что наш Видясагар какой-то материальный пандит, или кто-то говорит о Эйнштейне, что какой-то материальный ученый, или о Сократе, что какой-то философ. На себя сначала посмотрите. Какие качества у вас есть, и у вас есть вообще никаких достоинств, просто ноль, а вы так не уважаете каких-то великих людей, даже в материальном плане очень просто ошибки, недостатки в других находить, они хотя бы в материальном плане что-то сделали, а что вы сделали в материальном плане даже, или тем более в духовном. Какой-то материальный пандит, конечно, он материальный пандит, но все же что-то сделал. То вот Панини Вьякарон, например, прочел очень такой огромный, и Видясагар это все изучил и сделал краткое изложение всего этого, чтобы люди санскрит могли учить. Но кто-то критикует Видясагара, но сначала, перед тем, как критиковать, посмотрите на себя, что вы сделали хорошего. И те глупые люди на пути Раганога Баджана, какие-то глупые ачарьи, так говорят. И вот мы должны осознать, что и различные точки зрения я рассказываю, и можете вспомнить, я начал с одной прекрасной шлоки, она очень важна. Если поймете славу вечных спутников Гауранги Махапрабху, и тогда вы получите возможность понять, каково настроение Гауранги Радхарани. Не поняв настроение Кришны, мы не можем, конечно, можем сказать что-то, но и вот согласно уровню развития нашего сознания мы можем получить возможность . Когда мы осознаем славу Гауранги, то тогда мы поймем настроение Радхарани. И поэтому одна тема, которую я определил, вот это каково настроение Махапрабху в Нилачал-даме, что такое Нилачал-дама. И вот по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, я не знаю почему, когда я начал писать темы, которые я должен обсуждать в этот Парашутам Мас, я никого не спрашивал, но эта тема, она пришла ко мне, и я ее вот записал, то, что нужно обсуждать. И если мы все это услышим, мы поймем, что такое подлинный баджан, иначе один обман может быть. Я не хочу вас обманывать. У меня нет никаких надежд от вас. Конечно, люди могут говорить, что что-то все равно нужно делать, но все же кто-то помогает мне. Вот мы строим, например, этот центр Харикатхи, где все люди могут прийти, встретиться с Махараджем, что-то спросить. А сейчас по интернету все происходит, и там можно иметь возможность воспевать славу Гуру Вайшнава Бхагавана непрерывно. If you can make, you cannot make, that up to you. We are trying, they are trying to know. So this way, the final conclusion we should understand. Финальное заключение, мы должны понять, что такое Рагануга Баджан, Раванда Самват, в чем основа Махапрабху, что хотел показать Сиддханта Вичар, что Рай Раманада хотел сказать по желанию Гауранги Махапрабху. Krishna kirtana gana nartana kala patho jani vajita sadbhakta vali hansa chakra madhupo seni viharaspadam karna nandi kaladhanir bahatume yuha maru prangane si chaitanna dayanidheta balashad lila sudha sarduni vancha kalpatarvasya kipasindhi bhavishya Patitanam Pavanam Bhavishkari.